Приветствую вас, друзья! Меня зовут Алена, и вы на канале «Вяжу стильно». Сегодня, как видите, не вязальная. Я хотела немножко рассказать про то, как мы отдохнули в Египте в начале сентября. Не могу не поделиться, потому что отель, куда мы полетели, обожаем очень нежно и давно туда ездим, не изменяем этому отелю. Он находится в Шарм-эль-Шейхе в районе Хадаба. Этот отель называется «Альбатрос Аква Блу». Полет до Египта занял около 5 часов, ну чуть больше 5 часов. Мы летели авиакомпанией Икар. В этой авиакомпании в самолетах не кормят, поэтому взяли с собой перекус, но напитки раздавали. Полет прошел нормально, туда и обратно мы летели от авиакомпании, все прошло хорошо. По прилету в Египте 2 сентября была погода очень жаркая, около 40 градусов. Сразу в аэропорту мы купили сим-карты с интернетом и для созвона между собой, и уже поехали в отель. До отеля ехали где-то около 25 минут, и вот мы сейчас как раз едем по территории отеля. Отель очень большой, территория просто огромная. Там есть несколько бунгало, корпуса. Мы взяли двухкомнатный family room, там большие две комнаты, балкон, ну и ванна с туалетом. Точнее, не ванна, а душевая комната. Ресепшн находится в центре отеля. Сейчас как раз мы до него доехали и пойдем оформляться. На ресепшн все чисто, красиво, очень уютно. Обожаю сеть Альбатрос. Браслеты нам выдали сразу, мы пошли завтракать и на море, а в 2 часа заселили нас в номер. Вот это вот вид из нашего номера уже вечером, подсвеченный бассейн, можно сказать, личный практически. И мы пошли погулять уже вечером по территории отеля. На территории Аква Блу очень много разных аквагорок, ресторанов. Для детей очень много зон, есть где разгуляться. А через дорогу можно пройти и попасть в другой отель, Альбатрос Аквапарк. До 17 часов можно пользоваться территорией другого отеля. Там огромное количество бассейнов. Особенно для детей очень много разных горок. Очень такие как бы неглубокие бассейны, мелкие. Ну и для взрослых большой такой комплекс серьезных экстремальных горок тоже есть. Мы все еще на территории аквапарка, Альбатрос Аквапарк. И хотела показать издалека его размеры. Ну и горка для взрослых. Вот на это я каталась. Мне было сначала очень страшно, потом понравилось. Очень крутая горка оказалась. Для детей вот таких зон с бассейнами, с горками в аквапарке очень много. Подобных зон в Аква Блу есть 2, но тоже очень хорошие. И по вот такой дорожке можно дойти до пляжа. Идти минут 5, мы всегда ходили пешком. Нам нравилось гулять по улице. Переходить нужно один раз через дорогу. И, в общем-то, быстро мы добирались. Проходили по территории отеля Beach Albatross. Сейчас он, по-моему, называется Альбатрос Шарм. Это небольшой отель совсем из сети, тоже Альбатрос. И через него проходишь и попадаешь на пляж. Вот такой шикарный пляж в бухте. Можно спуститься по лестнице, но мало кто по лестнице ходит, конечно. Есть лифт. И на пляже очень много лежаков, зонтов и вот такие вот вырубки к самой воде. Вода чистейшая, прозрачная, песок. Мы не пользовались коралками, потому что дно очень чистое и такое приятное. Недалеко от отеля старый город, точнее отель недалеко от старого города. Туда пешком мы добирались минут за 15-20, обратно, правда, поехали на такси, устали, но прогулялись и забрели в один прекрасный магазин. Мы искали натуральные масла и натуральную косметику. Я целенаправленно шла в магазин Нефертари. Смесь 5 масляных смесей дорогой. Тут
Везде $40 один. Это он дорогой, это детский ботекс. Скажите хорошо. Моим зрителям что-нибудь. Слава Россия! Мы ждем вас, приезжайте к нам. Ибрагим не жмут. И как да, называется? Магазин как называется? Нефертари. Нефертари, старый город. На первом вход. Старый город. Первый вход, да. Я магазин направо. Хороший. Угу. По-русски отлично разговаривает, так что... Угу. Так, вывеска. Продавец Ибрагим прекрасно разговаривает по-русски, очень общительный, все покажет, расскажет и даст попробовать. Обязательно сходите. Ну и, конечно, мы любовались закатом. В общем, отдых у нас удался. Напишите, пожалуйста, в комментариях, были ли вы в Египте, были ли в этом отеле, куда ездили, где отдохнули. Давайте немножко поговорим об отдыхе, не только же про вязание. А на этом я буду прощаться. Всем пока-пока!